Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня я хочу показать вам DIY серии Shabby Chic. Как мы давно-давно ее с вами любили. На самом деле, у меня пришла такая идея, потому что у меня появились пустые коробочки, пустые баночки, и бывают, ну, такие хорошие, да, и вот выкидывать жалко, как-то хочется их использовать, но нужно красиво использовать. Например, вот у меня осталась баночка такая, семилак, крышечка хорошая, то есть реально можно ее использовать как-то классненько, но я не хочу, чтобы семилак у меня стоял, должна красивая баночка стоять. Потом у меня вот такие вот коробочки остались, вот это Wi-Fi модем, да, очень классная коробочка, она качественная такая. Ну, тоже вот, хочется что-то в ней хранить, такое маленькое, ну, чтобы красиво было. Не чтобы это коробки были от какой-то техники. Вот такая коробочка, смотрите, вообще вместительная. Это у меня от... От чего это? Написано... Now Line. Честно говоря, я не помню, что это такое. Может, кто-то знает, скажите. Короче, хочу, чтобы эти коробочки стали красивыми. И для этого мы будем использовать нашу вот такую вот клейкую ленту из серии Shabby Chic из Fix Price. И понадобится нам линейка, ножницы. И также нам понадобится вот такая вот ленточка. Это для... Ну, короче, буду сейчас выдумывать, да? Может быть, нам понадобится краска еще с кисточкой. Это у меня акриловая какая-то красочка. Вот, для начала мне очень хочется сделать, вот правда, вот это вот семилак. И у меня идея возникла сначала ее обклеить вот так, да? Ой. А потом я подумала, что если ее обклеить не вот этой штукой, а обклеить ее вот этой штукой, скотчем. Он такой прикольный, в горошек, я даже не знаю, куда применить, но мне кажется, отличная идея. Зая моя, сейчас пожалею. Мой сладкий. Спите, мой зайки. Че, проснулся, что ли? Где проснулся, зайки? А маме видюшку надо еще одну снять. Ты подождешь? Ты послушаешь, как мама снимает? Ладно? А? Котенка моя. В общем, берем вот этот вот. Вот этот с вами скотч. Так я не люблю коробки открывать, честное слово. Если там не супер какой-то сюрприз для меня. Аж бесит их открывать. Ба. Сейчас у меня все будет здесь в бардаке таком. Открываем крышечку. И я буду обклеивать все это по кругу. Просто брать вот так вот, да, и пошла. Сейчас обклею, покажу, что получилось, чтобы видео много не занимать. Будем экономить наше время. В общем, вот эта вот штука не подходит, потому что она прозрачная и просвечивается весь рисунок. Поэтому мы будем использовать для этого эту же штуку. Я беру... Что такое? Кто недоволен? Шумау что-то делает, да? Я беру линеечку, замеряю диаметр, который мне нужно заклеить. Это вот прям впритык от 0 до 6. Вырезаю отсюда вот такую длинную штуку. Сейчас измерю еще диаметр и приклею ее по периметру. Посмотрим, что получится. Вот такая получилась у нас штучка. Обклеила по периметру. Теперь нам нужно сделать что-то красивое с крышечкой. Крышечка здесь тоже что-то написано на ней. И золотая, она что-то не очень смотрится. Мы ее можем покрасить вот этой вот серебряной краской. Ну, посмотрим. Ой, смотрите, что я нашла. У меня же есть вот такие вот давно-давно. Я покупала половинки жемчугов. Не ругайся, сын. Можно их прям в серединку наклеить. Прям на вот этот вот. Ух ты, точно. В общем, вот такая красота у нас с вами получилась. Смотрите, я еще попозже вскрою еще одним цветом серебряным, но мне кажется, вообще просто офигенская, преофигенская, да? Ди-ди-ди. Вот у меня какая теперь красивая коробочка, как она будет смотреться шикарно вообще.
В общем, если вам понравилось мое видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Что касается этих коробочек, мы их потом с вами сделаем. А то Стина уже зовет, хочет кино с мамой смотреть. Все, я с вами прощаюсь, мои дорогие. Пока-пока. А совет? Совет, девочки. Потому что я знаю, что много молодых девчонок меня смотрит. Любимый с вами. Много молодых девчонок меня смотрит. Одевайтесь тепло зимой, потому что если вы хотите деток здоровых и сами легко рожать и быть здоровыми, нужно одеваться тепло, прикрывать попу обязательно. Так что не болейте, будьте здоровы. Пока!